Добрый день. Я сегодня по поводу вот как установить программное обеспечение веб-камеры Logitech 615. Вы знаете, там столкнулась с таким. У меня есть старенький компьютер, диск куда-то я положил старый, да, где там все установилось нормально. Ну, зашел на сайт Logitech. И там началось то крюмо, ну, вроде как находишь, заходишь на 615-й продукт, смотришь, программное обеспечение там не ставится. Причем, ну, как бы камера все распозналась отлично, там видно, что качество, все, драйвер стал. А самого программного обеспечения, как вот скачивать, там нету. Вот, я как бы нашел две вещи. Во-первых, нашел все-таки на этом сайте я нашел одну страничку, там где-то она черти знает где, ну, в общем, она нашлась. Там какие программные обеспечения, ЛВС они так вот называются у них там. И вот там таблица первая одна есть, вы потом посмотрите, я ссылочку оставлю внизу. И вторая, там таблица внизу, там прямо синим отмечено, можно по этому щелкнуть и выскочить на скачивание этой ЛВС, на вот этого вот программного обеспечения. Вот, и я раскачал вообще с другого сайта где-то. Вот все, что вот программное обеспечение до этого я там ставил со сайта Logitech, ничего не ставилось, то это операционная система 2.8 там это не знает. Вот, не знает операционная система. В общем, я скачал с другого. Я тоже как бы файл там, наверное, позднее там найду, вспомню, оставлю тоже в приложении, там в описании. Вот. Ну, может быть, вот рад буду, если вам это хоть в какой-то мере поможет. Вы посмотрите вот конкретно, какое там программное обеспечение, вот оттуда скачиваешь, и тогда у тебя не только там драйвер стал, но и начинает работать. Почему это там на сайте нельзя было, не хватило у них ума четко там разъяснить, и почему нельзя было четко оставить ссылку, вот продукт 615 вышел на этот продукт, и там, ну, оставили бы ссылку на эту таблицу. Ну, ничего не оставили, в общем, я это нашел, вот, побродил я по Ютубу, по всяким сайтам, ничего толкового, что-то там бормочет, вот, про что угодно пишешь, где программное обеспечение, они по хрюму, про то, про все угодно, камера плохая, хорошая, да я не спрашиваю тебя, хорошая, плохая камера, вот конкретно там нужна, ну, вот, к сожалению, на Ютубе много отдельного материала, много какой-то воды, и вот сядут, льют, там пиарятся. Вот. Ну, я буду рад, если это вам поможет. Если не поможет, конечно, горчительно, но вдруг кому-то что-то это и поможет. Вот. Всего доброго.